Передайте свои ощущения. Я могу сказать, что это божественный экономерный топливо. Подскажите, а сколько веса в вашей машине? Груз есть? Пустой вес машины 14 тонн. Мужчина бросил вызов грузовику. С помощью специального пояса сдвигает фуру на несколько метров с парковки у торгового центра. Много людей как бы говорят, что это неправда, это все вымысел, ну так нельзя делать. Любое, у кого какое-то сомнение, желание, пусть находит фуру. То же самое сделаем и покажем, что это не фантастика, а все возможно, все в наших руках. 3, 2, 1, старт! В конце прошлого года прямо на площадке Белшины Дмитрий Куракин поставил мировой рекорд. Покрышку весом 270 килограммов всего за одну минуту перекинул 10 раз. Правда, в Книгу мировых рекордов тяжеловеса занесли лишь спустя 4 месяца. Ежегодный справочник Гиннесса попасть так и не вышло. Планку по отжиманиям превысил в 3 раза. Результат не зафиксировали. Он тяготился больше всегда к силовому экстриму. Все ребята, допустим, там где-то силовая, там 10 минут 15, Дима все делал в раз 5 больше всегда. Дмитрий Куракин занимается спортом всегда и везде. Турники, брусья и даже камни. На площадке во дворе можно сделать упражнения на все группы мышц. Делаем статику, стоим 20 секунд, потом 10 раз приседаем, потом обратно 20 секунд стоим. Ветер, природа. Все, давайте приседаем. Конечно, чувствую, ноги очень здесь вот болят, прям вот все горит, но ощущение прикольное. Коллеги по спорту уверяют, бобруйский богатырь станет звездой мирового уровня. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.